Объясните, на каком основании вы задержали ребенка, меня и моего мужа? Сотрудники полиции приедут, объяснить. Только в присутствии сотрудников полиции. То есть мы можем сейчас без основания покинуть это помещение или нет? Объясните, вас почему сюда пригласили? Был факт. Какой факт? Чего? Брелка вот этого. Брелка. Ребенок взял брелок. Вам как объяснить? Тревожную кнопку нажали. Мы приехали. Угу. Ожидаем вас, вам сказали ждать полицию, как бы охранять 6-летнего ребенка в случае, если он будет бежать с места, да? Может, вы все-таки нам скажете причину нашего задержания, пожалуйста? Здравствуйте, я могу сказать, да, вы присутствовали в магазине, да, правильно? Мы присутствовали с ребенком. Я находился на своем рабочем месте. Угу, я уже увидел... Угу. Когда человек был за магазином. Ну, мы с ребенком переступили это порог. Хорошо, я согласна. Магазин, я согласна. Все, товар был не оплачен. Товар был не оплачен. Он находился где, этот товар? Товар находился у мальчика. В руке, да. Да. Хорошо. Предложение с нашей стороны оплатить поступило? Мы не заметили, да, будучи в состоянии просто... Поступило предложение оплатить товар, скажите? Вы мне такого не говорите. Мы предложили оплатить брелок. Вы на это предложение сказали, что оплачивать не нужно, потому что у вас инструкция. Так было? Да, да, у вас инструкция. Да. То есть ребенку 6-летнего вы задержали, отказались оплатить. Задержал. А ребенок сейчас находится по какой причине вот в этом коридоре? Его вы не задержали? Я не буду больше ничего объяснять. Почему не потому будете что? Объяснять?